Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость, вилла, территория, земельный участок, звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. А также у нас есть телеграм-канал, где горячие предложения. Я не успеваю снимать ролики. Переходите туда и наблюдайте в телеграме. Горячее предложение. Ссылка у нас в описании. Так, зрители, нашел квартирку, пирожочек, на среднем этаже проекта, недалеко от моря, в районе Махмутлар, 3 плюс 1, 4-комнатная, под ключ, по очень хорошей цене, но цену хозяин сказал, чтобы мы не оглашали по новым правилам на этом рынке. Сейчас налогоинспекция следит за ценами, короче, тому подобное. За это цену не оглашаем. Кому интересно, звоните, пишите по номеру. Итак, до моря здесь 130-140 метров максимум. Первая береговая линия, улица Барбаросса. У нас вид на парк, восточная сторона. Здесь специально такой большой парк с водопадами, вот фонтаны там, то есть. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Балкончик 10 квадратных метров. Первый балкон. Также вид на горы, там облака. Горы, море не видно на данный момент. Здесь у нас второй балкон французский. Так, здесь гостиная, отдельная кухня у нас. Гостиная 26 квадратных метров. Измерял лазерным измерителем. Кондиционер фирмы SEG Inverter Plus. Вот я закрыл двери. Шума такого большого нету, так как проезжают машины. Спальня у нас в той стороне, звук от дороги не слышно. Гостиная. Хорошая качественная мебель. Так, включим освещение. Опять начал это мигать. Так, здесь у нас отдельная кухня. Тут 7 квадратных метров чисто кухня у нас. Холодильник фирма Профила. Посудомойка Профила. Но вся бытовая техника у нас Профила. Также выход на балкон. Двери у нас открываются в таком вот формате. Так. Проходим. Коридор у нас. Прихожая с коридором вместе. Полностью 8 квадратных метров вместе с шкафом. Если удалить шкаф, то 5 или 6 квадратных метров полезная площадь. Тут у нас первая спальня. Квадратных метров тут 9,5 полезная. По вечерам проезжает также мало машин, шума от дороги не будет. Шкафчик у нас открывается вот в таком формате. Здесь у нас вторая спальня. Скажем, детская, или как можете использовать, как типа кладовка или гардероб сделать себе. Тут 7,5 квадратных метров. Первый санузел. Проточный водонагреватель фирмы Veita. Профила у нас стиральная машинка. 13,5, почти 14 квадратных метров хозяйская спальня со своим балконом и со своим санузлом. Вот большой санузел второй. Использованы качественные стройматериалы. Еще раз покажу с этой стороны.
И выйду я на балкон. Есть тут у нас открытый бассейн, сауна. И айдат 250 лир. Вид на море. Итак, дорогие зрители, зданию где-то 5-6 лет. Выходим из квартиры. На этаже раз, два, три квартиры. Сейчас лифт поднимется. Хороший большой лифт, вместимый 6 человек. Спускаемся в лобби. Вот, сейчас я скажу, сколько лет зданию. 2000, не вижу. 15-й год. Ну, что-то здесь написано. 2015 год. Да. Интересно, да, кнопки все внизу. Легко в пользовании. Здесь где-то у нас сауна. Внизу, кажется, сказали, есть сауна. Сейчас я буду искать вместе с вами. Не понял. Неправильно, наверное, зашел. Есть сауна. Не знаю где, но она есть. Может, на верхнем этаже. Бассейн, генератор. Так, вот бассейн у нас большой, не маленький. Где-то 8 метров или 10 метров в длину, 2,5 метра в ширину. Беседка снизу. Море там, есть подземный проход. Там вот хороший бассейн. Вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру 90-555-064-91-10. И мы обсудим насчет квартиры. Цену я оглашу вам в WhatsApp, в Telegram или в Viber. Если я не отвечу в Telegram, пишите на WhatsApp. Всем пока-пока.